Открытие 45-го лыжного мемориала Музрукова прошло торжественно и ярко. От факела огонь соревнований в чаше зажгли именитые лыжники – Ирина Хазова, Сергей Шаров и Никита Родионов. После этого старт на спортивной дистанции дал специальный приглашенный гость – олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков. Традиционный зимний праздник спорта прошел в два дня. На старт вышли порядка 2000 человек в нескольких забегах. В этом году лыжный мемориал приурочили и к памятной дате – 120-летию со дня рождения Бориса Глебовича Музрукова. Одним из его выдающихся мероприятий это была, так сказать, организация спортивных соревнований и массового отдыха, связанного с лыжами, секцию, которую он возглавлял сам. Ну и, конечно, мы с вами помним замечательные трудовые и общественные подвиги этого замечательного человека. Отдаем дань памяти ему. 45-й раз наш мемориал собирает самых юных, уже умудренных сединами, служащих, рабочих, студентов. Это говорит о том, что традиция жива. Это говорит о том, что традиция была заложена правильная. Это говорит о том, что мы сохраним ее в будущем. На старт вышли как саровчане, так и иногородние участники. Помимо спортивных дистанций, в рамках мемориала прошли забеги на 3 и 5 километров в рамках сдачи норм ГТО. Я стараюсь не пропускать это мероприятие уже много-много лет. То есть это такой праздник спорта, праздник встреч. Ну, в общем, короче говоря, спорт – норма жизни. Заряжает. Всем вот атмосфера великолепная. Организация хорошая. На двухкилометровую дистанцию без учета времени вышли руководители ВНИЭФ, города и ветераны спорта. В массовом забеге приняли участие все желающие. После этого наградили победителей и призеров спортивных забегов по возрастным группам. Настоящим подарком для саровчан стал приезд олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта по лыжным гонкам Никиты Крюкова. Звездный спортсмен поздравил горожан с открытием мемориала, а после встретился с поклонниками спорта в здании лыжной базы. Для города, тем более для закрытого города, и в связи с этим иметь вот такую хорошую лыжную трассу, там летом роллерную трассу, ну, это достойно. То есть вы, ну, должны радоваться, что у вас такое есть. Всегда кажется, что у других есть, а у нас нет. Ну, не ценим то, чего имеем. То есть здесь вот надо вот благодарить, что такое есть. Никита Крюков поговорил с гостями о спорте, мотивации, личной карьере, спортивных достижениях. Полное интервью с лыжником смотрите в программе «Без комментариев». Во второй день мемориала Музрукова прошли эстафетные гонки среди всех возрастных групп. Светлана Ярунова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.